Всем привет! Сегодня у нас 28 августа, и у нас в Сибири, в Иркутской области, в Иркутске ударил заморозок. Вот тыква вся белая, тыква все замерзла, тоже точно. Кукуруза тоже, наверное, согнется, сейчас оттает, днем солнце выйдет. Ночью было минус один. Вот вчера посадил, грядку сделал под клубнику, пересадил клубнику молодую, вот в стаканчиках усики были, вот тоже вся белая, клубники ничего не будет. Капусты здесь, остатки капусты, это тоже все белое, наш огород, это осталось, морковка из клубника. Вот теплица, вот пила железная, вот видите, иней. Да, конец лета и заморозок ударил. Так что, что теплолюбивое, все сегодня уже, все погибнет. Вот на теплице лед. Так, Сибирь. Еще в сентябре будет тепло, конечно, сейчас. Сейчас будут все равно теплые дни, но вот так бывает, что заморозок в конце лета долбанет, и все, все, что теплолюбивое, все замерзнет. Ладно, спасибо за просмотр, всем пока.